хотя бы ненадолго. Сегодня я себе нравлюсь побольше, поэтому я, наверное, даже не удалю этот эфир. Крискать цена очков. По-моему, 80. Блин, я не взяла чек с собой до цены. Ну, кому нужно, вы мне напишите, я могу вам потом сказать, потому что в этом чеке-то я с собой никогда не забираю. В этом в банке есть точная цена. Не могу потом вам сказать. Слушайте, вот я хочу задать вопрос, мне очень интересно. Девочки, может быть, у вас тоже такая история есть? Мне уже несколько дней подряд пишет человек: добрый день, я вас сейчас видел, вы прекрасны. Ну, несколько дней, вчера, сегодня. Я спрашиваю, где вы взяли мой номер? Мне ответили: разглядел под лобовым. Моего номера совершенно нигде нет, ни под каким лобовым, ничего. Я не понимаю, можно ли найти номер по номеру машины или ВИН-коду, я не знаю. Просто это, если это можно, тогда я не знаю, что делать, что мне нужно номер какой-то другой прикрепить. Как, что сделать, потому что это просто уже жесть какая-то. Можно? Жесть просто. Заблокирую. Да я это заблокирую, просто дело в том, что не первый раз уже крестю за очки, мне такие очень похожие. Это Роберто Кавалли. И вчерашний эфир я тому, что удалила, я его не сохранила, мне не понравилось, как я себя чувствовала. Что за бренд? Роберто Кавалли. Если машина у тебя оформлена, то да. Да, у меня оформлена. Конечно, можно, Крис, через приложение. Можно найти всю историю на человека вдоль до паспорта, кредитов. Это что за приложение? Дайте-ка мне, пожалуйста, это приложение. Можно я буду на него жалобу писать? Это просто дичь какая-то, просто, если честно. Как мне нравятся эти очки просто. Это любовь какая-то. Знаете, несколько дней ездила на Audi и хочу подвинуть кресло вот на кресле. У меня это не на кресле, у меня это на двери. Клацаю там руками. Скажите же, идет. Ну скажите же, идет. Прям, да, вообще классно. Прям с этой голубой рубашечкой. Кристина, ничего необычного, ты красивая девушка. Скажи мужу, пусть ему наберет и все. Get-контакт и глаз Бога. Вот. Get-контакт у меня есть, но там нет никакой информации вплоть до паспорта. А вот глаз Бога, я не знаю, где сейчас скачать. Я про нее не так давно услышала, но я была просто в шоке про эту программу. Но я не смогла ее скачать. В телеге нахожу. Был такой бот, сейчас не знаю. Вводишь номер машины, выдает. Глаз Бога в телеге. А можете мне кинуть или ссылку, или что-нибудь такое? Даже баба Кристина ваша ничего не найдет сама. Конечно же, не найдет сама ничего. Да не надо мужу говорить, пускай пишет, жалко вообще. Нет, я просто отвечать больше не буду, просто сам факт, что меня это стало бесить, что вот так вот. А что он сделал? Да он ничего не сделал, он просто мне написал, где ты взял мой номер. И что самое интересное, я не понимаю, где. Ну, на дороге, что ли, наверное? Блин, у меня ресницы отваливаются. На дороге, что ли? Потому что написали в 14:15. Я в это время была в дороге. В дороге я была. Мужики прям все говорят, прям все честные. Вот. Короче, такие дела. Сейчас сына пойду забирать. Привет, Крис, ты работаешь? Сейчас прям вот конкретно нет? А так да. А так сейчас нет.
Я прям в восторге от этих очков. Это просто любовь любовная вообще. Просто любовь любовная. Если кто-то хотел такую форму, ну, кто в Самаре вот живет, вот, вот они там сейчас еще одни есть. Потому что когда я стала снимать, просто показать, что есть, и увидела, что там такие еще есть ГРУ, такие же еще есть. В глазе Бога даже видно, на каких площадках что ты продаешь, например, на Авито. В глазике все объявления о продаже. Эта компания сливает друг другу баз людей. Жесть какая-то просто. А это легко найти? Очки не подходят огромные. Мне вообще не огромные. Я не люблю маленькие очки, наоборот. Мне не нравится, когда очки в лице. У меня вот одни... Хотя что я гоню? Ну вот Фенди же у меня еще есть. Ну, короче, мне очень нравится. Мне очень нравится. Выходи, пожалуйста, в эфир из дома сегодня. Я из дома сегодня буду смотреть клюквенный щербет. Извините, пожалуйста. Я даже брала с собой, думала, что посмотрю сегодня сериал. Больше я чуть-чуть. Но я вспомнила про эти очки. Думаю, поеду-ка я посмотрю. Вдруг они есть. Думаю, все. Вот если есть, значит, это судьба. Это оказалась судьба. И несчастье для моей карты. Очередной раз. Очки огонь, очки вообще супер огонь, мне очень нравится. Просто кому-то, ну, как бы реально не нравятся большие очки, но вот я такую форму очень давно хотела. Я тогда еще их померила, когда Миу покупала. Слушайте, у меня просто скоро некуда будет складывать очки, просто их... И что-то у меня какой-то бум именно на серебряную оправу. Тебе идут. Спасибо, я знала. Привет, зайка, привет, моя хорошая. Смотри, у меня тут скопище очков. Просто их надо вот убрать, у меня упало куда-то. Как с питанием обстоят дела? Много кушаешь сейчас? Слушайте, я не могу сказать, что я много кушаю, но совершенно точно, что на фоне стресса у меня какой-то сбой произошел. Дикий, прям дикий сбой. Вот. Но я сейчас прям чувствую, что я сейчас совершенно точно сейчас начну худеть. Не знаю почему, прям точно начну худеть. Умничка, радуй себе. Да, спасибо, моя хорошая. Господи, что удивительно, фигура красивая. Сама тоже Крис, конечно, буду писать. Наверное. Хотела кое-что сказать, рассказать, но не буду здесь все-таки это делать. Сериал «Клюквенный щербет». Куда я дела крышку от бутылки? Кто мне подскажет? Кто подскажет? Куда дел крышку? Не понимаю. Очков много не бывает. Ну да, к сожалению. Еще бы так про деньги говорили. Денег много не бывает. Сейчас. Ну как мне нравится запах вот этой гигиенички из детства. У меня, знаете, вот у каждого человека есть свои какие-то воспоминания из детства. Какие-то вот свои. И я вот, когда чувствую запах вот этой гигиенички, я вспоминаю, что мне тетя Лена из Германии, у меня тетя в Германии живет, привозила вот такую гигиеничку. Это просто любовь, она реально. Ну, вот это вот Локситан. Тогда, наверное, была не Локситан, а что-то другое, но сам факт, что прям так же. Ссылку отправили. Шикарно. Блин, интересно. Прям реально всю информацию можно найти. Это вообще дичь какая-то, это что надо запретить. Так же не должно быть. Что вот так вот у всех получается есть доступ. Кому попало. Вообще. Не дело. Кстати, запах в машине начал пропадать. Я чему безмерно рада, наверное, потому что я открываю окна нараспашку во дворе и проветриваю машину, потому что было просто невозможно, конечно. Невозможно было ездить. Вы хотите вот эфир из дома? Я даже не знаю, потому что сидеть просто на кухне говорить, мне чуть не очень охота. Готовить, если я начну готовить, я тогда не буду готовить. Крис, у очков стекло, да? Наверное. Ну, наверное, стекло. Видно хорошо, наверное, стекло. Если не получится перейти, просто в Яндексе вбиваешь «Глаз Бога» и увидишь ссылку на бот в телегу. Дальше сообразишь, что делать. Там вроде за 200-300 рублей можно подробную инфу человека увидеть. Интересно. Короче, позалипаешь.
Да, будет чем заняться. Точно сегодня не до эфира будет. Ой. Крис, ты просто сидишь или сыночку ждешь? Я сыночку жду. Я в машине просто так не буду сидеть. Блин, а где у меня? Вот, упал. Потому что я помню, у меня упал чехольчик от очков. У меня все розовое какое-то, красное, розовое, все розовое. Розовое, голубое. Так. Так, ну что, идти за сыном надо? Я вообще вас предупреждала в начале эфира, что я ненадолго. Поэтому мне нужно выходить, короче. Я в восторге от очков. Просто это чудо чудное какое-то. Я прям безмерно рада, конечно же. Конечно же, безмерно рада. Audi не лучше, чем Мерс в плане управления, подвески, жесткости, мягкости. Они у нас разные машины, совершенно разные машины, нельзя сравнивать. Audi вообще по-другому настроенная. Маленькая худышка. Да ни херна не худышка сейчас. Короче, у мужа машина тяжелее. Во-первых, она и больше сама по себе, она тяжелее. Тормоза у него прям резкие, то есть прям вот нажимаешь... Все равно тыщ, как колом встает прям. У меня не так, у меня более мягкие тормоза. Но мне нравится. Мне нравится машина и та, и эта. Но не знаю. Единственное, что точно могу сказать, что я поняла, что следующую машину я, конечно, хочу уже побольше. Хочется побольше. Ну все, на этом вся информация закончена. По машинам. Девчонки, говорю, что-то в районе 80 тысяч, я просто не помню, потому что я платила карты, а чек я никогда не беру и сразу выбрасываю. Там еще какая-то скидка была небольшая у меня. Так, все. Хотела. Ну, я-то, конечно же, хотела бы Porsche Macan электрический турбо. Просто конфета стоит, конечно, космических денег. Вот. Все, девчонки, я пошла сыночку забирать. Мне надо понять, смотреть, что. Поэтому все, всем пока, всех целую. Спасибо вам всем за комплименты, за мои очки, за меня и все в этом розе. Спасибо за полезную информацию про глаз Бога. Вот, все, эфирчик сохраню, все. Не надо кидать очки. Все, пока-пока.